Дальность 1377. Лейтенант Полехин получает задание. Чтобы точно высчитать траекторию полета снаряда, у него есть секунды. Необходимые расчеты он передает командиру. Тот вносит данные в компьютер, и на проекторе мы видим результат. Данный обучающий курс просто помогает без затрат каких-либо материальных средств, как-то боеприпасы или расход топлива, выполнять огневые задачи с достаточной эффективностью, потому что полностью моделируется и траектория полета снаряда, и разрывы именно непосредственно наблюдаются на местности. То есть выполняющий огневую задачу может полностью контролировать свои падения своих снарядов. Артиллерийский обучающий курс – это новая мультимедийная система. Она предназначена для обучения офицеров. Теперь с помощью компьютера военные без единого залпа могут проверить свою меткость. Ведь раньше для точного попадания в цель вели расчеты на бумаге. Правда, увидеть результат не получалось. Зато теперь, благодаря новому комплексу, можно учиться на своих ошибках. Плюсы в программе в том, что благодаря ей можно привязывать различные предметы местности, различные цели. И к занятиям проявляется большой интерес. А при выходе на полигоны, уже набив руку, снаряд попадает точно в цель. Попадать в цель военные стали намного чаще. Успеваемость улучшилась почти на 90%. Поэтому офицер Полехин не без гордости рапортует, что задание выполнено. Цель уничтожена, расход 18 снарядов. Сейчас военные проходят теорию артиллерийской стрельбы, а вот применить на практике то, что удалось усвоить с помощью новой установки, можно будет только в марте. Именно тогда у армейцев пройдут тактические учения с боевой стрельбой. Северина Шамхалова, Салих Салихов, Руслан Касумов. Время новостей.